Давайте, значит, до плясы. Мы, вони відключили теплопостачання в цьому місту. Тобто, після того, як я тут був в минулому разі, вони включили для того, щоб вимкнулись, для того, щоб всі казали, що воно є. А після вони вирішили, що все хорошо понемножку і ще раз відключили. Зараз ми зайшли в міську раду, міську раду, і ми шукаємо посадових осіб. Ми їх нема, вони втекли всі, майже навіть секретарша втекла. Вони тут кабінет пустий, але вони залишили тут різні документи. Температура у них, до речі, я хочу зафіксувати, дуже нормальна тут. Це відрізняє їх від шкільної температури, де я був, від діточного садочка, від квартир, де ОСББ, де ми були. А де вони? Вони всі втекли. Ну, один замісник там є. А де він? Де він? З цього кабінету? Ні, в його рядом кабінет, туди, по коридору. Зараз ситуюйтеся. Яка може бути обідна перерва, коли вони нічого не працюють і не роблять, так? І вони ж знали, що буде. Так. І так працює влада по всій Україні. По всій Україні люди хочуть, намагаються справедливості, замість того, оці очковтиратели, крючкотвори сидять і вор на воре сидить і вором погоняє. Що ми маємо робити? Мені здається, вони спеціально відклали сьогодні суд для того, щоб, тому що його мали відсторонити, цього міського виконавчого обов'язку міської голови. У них все, все схвачено, у них все дуже погано. Вони не виконують елементарні зобов'язання. В цьому місті сміття не вноситься. Тепла нема, проблеми з різними речами, з освітою і з іншими проблемами. Дороги не робляться, а вони сидять в кабінетах, роблять ці папіри, оці ці. І отримують 40 тисяч гривень, чорт знає за що. За то, щоб тирати очки людям. Он даже очки оставил, сбежал. Вот от вашего там этого самого посадового святого остались очки. Окуляри тільки залишились. Це не влада. Це група потвор, яка відповідальність. Ці об'єкти, ваша відповідальність перед цими людьми. Ви маєте від їх імені скасувати цю угоду, яка не дозволяє їм отримати тепло. Що тут не зрозуміло? Як ще винести питання на сесію? Дивіться, ми все от ви мене і не чуєте. Я вам розказую, що ми йшли. Ми чуємо, у нас немає опалення, ми вас чуємо. Дивіться, котелі забирали. Потім оказалось, що... А нам інвест друга держава, чи що? Та не дайте виговоритися, дайте йому висказатися. Вам нужно, чтобы вы этим включили? Не стараемся, вам нужно, я не должен дать, что дать стараетесь. Вы зубы заговаривать, не стыдно вам. Пишите сейчас быстро подание на Минскую Раду. Если вы пишите, черту, тогда люди, выкинете его из этого кабинета, просто. Или пишите, пишите, садись и пишите, садись и пиши, подание, давай быстро. Бумагу быстро, давайте ручку. Бумагу, ручку, давайте. Я в жизни, вот такие сволочи убивают Украину. Они плевать вам убивают. Он берет в ваши карманы взятки. Вот конкретный чиновник, который вас... Это враг Украины, вот. Вот только что, если он не в доле, почему он не подписывает эту угоду? Если ты не в доле, почему не подписываешь? Нет, не в доле, я сказал, подписывай быстро. Пиши подание на Минскую Раду, быстро пиши. Давайте бумагу. Бумагу, я говорю. Они нам зубы договариваются. Или мы сейчас его... Секретарь ваш сбежал. Я по выконавчему кабинету. Секретарь ваш сбежал. Анна Кася сидит в этом большом кабинете, берет взятки, сидит теплее, он ничего не подает, ни за что не отвечает. Где взятки беру?
Людей спросите. Да. Если не берете, подписывайте. 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 Яке ваше рішення було? Чи ви звертались до правоохоронних органів? Вадим Владимирович. Де правоохоронник допомагав? Його на нари! Не на фонарі, а на нари. На стовп фонарні, а не на нари. Кормить його ще на нарах. Сидит в большом кабинете, получает зарплату, протирает это, сидит в тепле и ничего не решает, тогда зачем вам нужно? Тогда выгоните его отсюда. Что за... Ничего вы не решите. Если вы не решите, главный вопрос. Тепла. Мусор у вас, заваленный мусором. Все. Если вы ничего не решаете, какого черта вы сидите в этом кабинете? Что вы делаете? Что вы про что не протираете? Что вы мне рассказываете, что он ничего не решает? Пишите заявление и уходите. За что этот аппарат нужен? Зачем мне нужен? Давайте, перевыборы, давайте. Нет, ну вы добровольно пишите. Вы не разрешаете вопросы, что вы не готовы. Это правда. Вы решаете сейчас заявление. Дайте пишите. Ничего он не решает, оказывается. Просто молчат, за что же сидит в кабинете? Вот. Давайте, давайте, давайте сейчас. Люди, вы хотите, чтобы он подал подание, подание подписал на Мишку Раду? На. Это вам. Да. Я был, в отличие от мэра полуторамиллионного города, я знаю, про что говорите. Это ваши граждане. Что вы мне расскажете? Если вы не в состоянии руководить городом, пишите заявление и уходите, мы будем выбирать других людей. Не, ну так пишите, пишите, что вы не можете справиться. Я Федоренко. Что вы меня как-то в том кабинете, как вы сидели в том кабинете, я до вас приходила, что меня козырок упал. Сбили СКП на жгіч. І людям на голову. Ви що мені тут зараз? Ви з кабінету. Я? Ви, так, ви. Шановні, ви. Ні, ну ви ж бачите. Ви. Людина живой приклад. Є Федоренко, є Федоренко. Я вже тут вам не знаю. Федоренко вас бежал. Вы сидите в кабинете. Напишите это. Это закон или незакон, пусть рассмотрит Мискарадов. Все граждане этого требуют. Нет в этом городе человека, который это требует. Все граждане. Закон. Давайте будем что, не требуют они, чтобы хуны полом? Сколько подписей вам еще покажут? Давайте. Сколько подписей еще покажут? Пишите постановку. Это надоело вам? Нет, а чего вы играете тем, что это не все? Не играете. Я не играю. Вы только что сказали. Что не все люди. Остальные довольны, что не пришли. Да, получается? Так, той так, не може, той так, на роботі, так, правильно, ми прийшли за ним. А як це ви вважаєте, це не люди? У мене три внучки в школу не ходить і досі. Це неправильно. Вже місяць сидять вдома. Ну, що ви навчаєте? В оболіні сидять вже. Якщо люди які не прийшли, то що не знають? Я за них. Розказуйте. Смілі, ні тепла зараз, більшій часті міста. Взагалі немає. Школи не працюють. Садики, работают, но только за счет пожертвований родителей. Ну, большинство из них комнат холодные. Значит, в больнице большие проблемы. У вас везде большие проблемы. У вас есть Мискарада, который говорит, мы ни за что не отвечаем. Это не моя функция. Это он, Федоренко. Федоренко сбежал. Федоренко вам скажет, что это Черкас какой-то. Под Черкасы скажут, что это Киев. Киев скажет, что это не мы, это НАПК. Вас разводят. Вас разводят. Есть огромный чиновничий аппарат, который за ваш счет живет, получает взятки, согревается, получает зарплаты. И при всем этом ничего не собирается. Вот. Так что... Они просто специально это делают и хотят прославить нашу смену на весь мир и сделать второй Алчевск здесь, у нас. Да, будет второй Алчевск. Ну а что делать? Если они не в состоянии, ничего делать. Ну зарплаты получают за наши гроши. Черкасы газ обрезал трубу, чтобы не включили. А он говорит, это не мы.
При чем тут местная власть? Не может ничего решить. Ну, нахрена так власть? Ну, на что они сидят? А что вы думали страдания? А чего они ждали, то нахрена так власть, если она не кучит? Президент, люди стоят, а он уже сидит. Должны не туда пойти. Федоренко внизу стоїть. Увіть його, щоб лечить, увіть, що стоїть. Вам Федоренко тут? Я хотел, чтобы додать. А дальше мне подадут суд за незаконный Давай. Федоренко, ти сюди!